Первый называется «Мать Россия». Дело было стародавние века. Повстречались три русских мужика. Звали их Илья, Добрыня, Алексей. Их на подвиги Русь-матушка звала. Им поверил князь Владимир, и не зря. И легендой стали три богатыря. Басурман крошили на окорока. Три здоровых, крепких русских мужика. Еще скажешь свое слово. Мать Россия, мы не вернемся к тебе снова. Мать Россия, ты прости нас за то, что поздно. Разглядели на небе звезды. Мать Россия, залови. Свой пурпурах унес Наполеон. Мать Россия, еще скажет свое слово. Мать Россия, мы вернемся к тебе снова. Мать Россия, ты прости нас за то, что поздно. Звезды, мать Россия, нежны нынче на Руси богатыри. В Третьяковке на картине только три. Ой, Русь, матушка, не приведи Господь нам надеяться на русское. Дай нам Бог, чтоб беды стороной обходили еще долго край родной, чтобы жили мы спокойно, не спеша, за детей, чтоб успокоилась душа. Чтоб успокоилась душа. За детей, чтоб успокоилась душа. Спасибо, друзья.